Социальный бизнес, идеи, принципы, примеры. Круглый стол под таким названием состоялся в Щелковском районе. На обсуждении присутствовали представители малого и среднего бизнеса, члены торгово-промышленной палаты, представители администрации Щелковского района. В контексте мероприятия основной темой стал проект реализации в Щелковском районе программы «Качество жизни». Она разработана торгово-промышленной палатой Московской области совместно с областным правительством и уже активно реализуется более чем в 7 муниципалитетах. В Московской области 2 года назад родилась идея по механизму продвижения качественных товаров и услуг. И реализовали мы порядка 7 территорий, которые уже вышли на пролонгацию, порядка 14 территорий муниципальных районов, которые уже подключились к этому проекту, еще здесь не исключение. Программа «Качество жизни» – уникальный механизм адресного предложения жителям Подмосковья качественных товаров и услуг в сочетании с полисом страхования детей. Основная идея программы «Качество жизни» – взаимовыгодное сотрудничество предпринимательского сообщества в рамках социальной сферы. Вот такие брошюры помогут наглядно продемонстрировать спектр качественных товаров и услуг. Они же будут гарантировать родителям страхование детей в различных случаях. Для руководителей школ это также отличная возможность обезопасить самое ценное – жизнь и здоровье ребенка. К участию в программе «Качество жизни» допускаются только лидеры бизнеса, прошедшие качественный отбор и включенные в реестр надежных партнеров. Сам реестр сформируют специально созданные комиссии, представляющие широкую общественность Московской области. Таким образом, страхование детей для предпринимателей района станет делом не только приятным, но и прибыльным. Прозрачность данной программы подтверждается примерами других районов. По окончанию года, да, мы уже будем с вами переходить на следующий этап. Пролонгация, не пролонгация, участвовать, не участвовать. К вам придут те родители, которые получили выплату, которые будут благодарить, которые будут рассказывать о том, что как это произошло. Да, и вы услышите не только вот как от организатора, от создателя этой программы, а от живых людей, ваших земляков, как им помогла эта программа. Полученную информацию собравшиеся выслушали внимательно, задавали вопросы и явно ощутили преимущество участия в улучшении качества жизни.